В эфире программа «Здравствуйте, доктор» и ее ведущая Наталья Притко. Есть такой афоризм: плохое зрение – это всегда плохой фокус. И согласитесь, такие фокусы нам ни к чему. Отчего же может зрение человека ухудшаться? И что с этим делать? Об этом вы узнаете в этом выпуске нашей программы. Сегодня в программе «Взгляд с прищуром. Почему ухудшается наше зрение?» Слабость аккомодационного аппарата, наследственная предрасположенность. Выявить и стабилизировать. Что делать, если ребенок стал плохо видеть? Авторефрактометрию определяем, чтобы можно было потом подобрать очки. Высокие технологии на службе нашего зрения. Какие современные методы диагностики и лечения близорукости существуют? Лазерная коррекция – это очень и очень точный вид лазерного вмешательства. Миопия – тема сегодняшнего выпуска. Если же зрение, как говорят в народе, садится, какой же метод коррекции наиболее эффективен? Гимнастика, очки, хирургическое лечение? Разобраться в тонкостях лечения и профилактики миопии нам поможет гость нашей сегодняшней программы – Татур Ольга Николаевна. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Здравствуйте. Татур Ольга Николаевна – главный внештатный офтальмолог Комитета по здравоохранению Мингорисполкома, заведующая городским консультативно-диагностическим офтальмологическим центром Третьей городской клинической больницы имени Клумова. Так вот, что же это такое миопия и каковы механизмы развития этого состояния или заболевания, как мы его назовем? Миопия или русскоязычный синоним близорукость – это то заболевание, с которым ежедневно встречаются на приеме как взрослые офтальмологи, так и детские офтальмологи. Что же такое близорукость? Это нарушение зрения, при котором пациент хорошо видит на близком расстоянии и плохо видит вдаль. С чем же это связано? У пациента при рассматривании далеко расположенных объектов лучи преломляются системой глаза и фокусируются, не доходя до сетчатки. То есть на сетчатке изображение формируется расплывчатое. Когда мы смотрим вдаль, напряжение мышц глаз минимально. Чем ближе рассматривается точка или предмет, тем больше мышечных усилий затрачивается. Такое наведение резкости меняет форму хрусталика глаза, что называется аккомодацией. Длительная сверхнагрузка на аккомодационную мышцу приводит к ее спазму, и мышца уже не может полностью расслабиться. При отсутствии своевременного лечения такой спазм провоцирует ухудшение зрения. Три основных компонента развития близорукости – это слабость аккомодационного аппарата, наследственная предрасположенность, и третье – это несостоятельность склеры. Когда к глазу человека предъявляют повышенные требования, происходит ослабление аккомодационного аппарата. И организм человека для того, чтобы привести в норму оптическую систему, происходит растяжение переднего и заднего размера глазного яблока. Растягивается в первую очередь склера, но другие оболочки глазного яблока, такие как сетчатка, сосудистая оболочка, они не столь эластичны, как склера, поэтому растягиваясь, растяжение их приводит к их морфологическим изменениям. В первую очередь сетчатка при растяжении происходит ее истончение, происходят дистрофические изменения, которые касаются как периферических отделов сетчатки, так и центральных отделов сетчатки. При растяжении сосудистой оболочки происходит нарушение, происходит кровоизлияние как в структуру глаза, кровоизлияние в стекловидное тело. Это тоже может привести к ухудшению зрения. Современные офтальмологи бьют тревогу. Близорукость стремительно молодеет. Причем рождается с этим недугом всего 1-2% детей. Но уже к подростковому возрасту миопию приобретает почти половина всех детей. То есть, если мы можем проследить, например, в течение 5-летнего времени или 10-летнего времени, то мы отмечаем вот эту негативную тенденцию – увеличение количества близоруких детей, как я понимаю. Негативная тенденция сохраняется не только на протяжении взросления ребенка, но и если проследить в эволюционном плане. То есть, если даже в Беларуси на сегодняшний день среди молодого возраста порядка 15-20% населения – это близорукие.
И причем у лиц определенных специальностей, то есть те, кто работает на близком расстоянии, это компьютерщики, это бухгалтера, это студенты тоже можно сказать. То есть там категория лиц процент близоруких выше. Он достигает 25-35%. И это не только по Беларуси. За 10-20 лет американские офтальмологи отметили значительный рост близорукости, то есть с 25-40% у них выросло. Ну, разумеется, теперь, если брать Японию, говорим, то процент близоруких там 75%. Это болезнь цивилизации. Да. А если брать страны, где менее развит научно-технический прогресс, то там процент 10-12%. То есть тут даже не столько именно возраст ребенка, сколько именно зрительная нагрузка. Причины возникновения близорукости у детей школьного возраста, в первую очередь, конечно, они начинают уже заниматься в школе, усиливается зрительная нагрузка. И чаще всего уже начиная с 1, 2 и 3 класса у детей падает зрение. Но это не только от того, что зрительная нагрузка. В первую очередь, это и наследственная предрасположенность, которая заложена у детей. Обычно дети близорукие у тех родителей, которые сами близорукие. Здесь, конечно, очень важно физическое развитие ребенка. Его состояние, часто ли он болеет или же он более крепкий, потому что те дети, которые ослаблены, чаще близорукость возникает после тяжелых перенесенных заболеваний. И все же основной причиной являются длительные и интенсивные зрительные нагрузки на близком расстоянии. Львиную долю этих нагрузок ребенок получает, конечно же, в школе, а затем и дома при выполнении домашнего задания. Сюда зачастую добавляются неправильная посадка ребенка при чтении и письме и плохое освещение рабочего места. Для младших школьников где-то работа не должна длиться 20-30 минут. Потом нужно обязательно иметь отдых. Старшим уже школьникам можно это где-то разрешить до часа. Вот, и опять тоже должен быть какой-то отдых, перерыв. В первую очередь, конечно, задача родителей – организовать ему рабочее место. Должен быть рабочий стол, должно быть хорошее освещение, особенно в зимний период времени. Вот. Потом обязательно нужно обращать внимание, как правильно сидит ребенок. Расстояние от глаза до книги где-то легко измерить своей рукой. То есть ниже ребенок наклоняться не должен. Нельзя переоценить и пагубное влияние на детское зрение чрезмерного увлечения телевизором. Слишком близкий просмотр телевизора в неправильной позе быстро приводит к утомлению и напряжению зрения. Очень важно и соблюдение самого зрительного режима, что дети должны сочетать свою работу с отдыхом, потому что бесконечно сидеть все время или же у телевизора, у компьютера, или делать там постоянно уроки без отдыха, так тоже нельзя. Телевизор должен находиться от ребенка на нужном расстоянии, около 2 метров. При этом смотреть его нужно не снизу вверх, а на уровне глаз. Особенно сейчас вот в нашу жизнь вошли компьютеры, и режим работы с компьютером должен быть строго ограничен. Буквально 20 минут для начальных классов, 30 минут для средних и 40 до часа – это уже для старшеклассников. Касается ребенка до 2 лет, то там вообще противопоказано просмотр телепередач, какие-то электронные. Хотя на сегодняшний день не удивлюсь, когда ребенок в 2 года уже владеет и нажимает на кнопки и с 2 до 7 лет тут уже сложнее. Ребенок много понимает современный образ жизни, современное развитие образования. Тут предъявляет особые требования. Поэтому здесь просмотр телепередач примерно 45 минут в день. И работа с электронными устройствами максимум 20-30 минут. И, что касается уже более старшего возраста, то тут 1,5-3 часа можно посмотреть телевизор. Это не говорит о том, что он 3 часа будет сидеть и смотреть телевизор. Нет, 1,5 часа – это тот оптимальный время, непрерывный просмотр. В последующем надо сделать обязательно перерыв. Надо
надо понаблюдать, как себя ведет ребенок в быту. Как ребенок смотрит телевизор, на каком расстоянии, как он его смотрит, прищуривается ли. Очень характерный жест – это когда ребенок подносит палец к наружному углу глаза и немножко оттягивает наружный угол глаза, то есть говорит о том. Дальше посмотреть на улице, как он себя ведет. То же самое поговорить с учителями. Возможно, ухудшилось зрение в последнем. Возможно, ребенок жалуется на головные боли, которые тоже могут быть связаны с плохим зрением. Близорукие дети начинают щуриться и всматриваться типа вот вдаль, вот это вот. Но одни дети на это не обращают внимания и как-то не жалуются родителям. При начальных признаках близорукости вблизи особо он не замечает, что он плохо видит. Он видит плохо вдаль, то есть не видит далеко. Там вот, и мама там спрашивает, какой номер автобуса идет, а он не видит. На сегодняшний день существует такое понятие, как псевдомиопия или спазм аккомодации. И ребенок, да, жалуется, что плохо зрение, в глаз, зрение для дали. При представлении рассеивающих стекол минусовых зрение улучшается. То есть, казалось бы, все аналогично близорукости, но при закапывании капель, которые расслабляют аккомодационный аппарат, аккомодационную мышцу, зрение улучшается, и миопическая рефракция уменьшается. Чем раньше мы выявим спазм аккомодации, чем раньше мы начнем лечить спазм аккомодации, тем более благоприятные результаты мы получим. Стойкий спазм аккомодации, не леченный в течение года или более, приводит к истинной близорукости, переходу в истинную близорукость. И на данном этапе лечение уже менее перспективное. Напоминаю, этот выпуск программы посвящен миопии. О диагностике и лечении этого заболевания мы говорим с Ольгой Николаевной Татур. Ольга Николаевна, ну, учитывая, что, в принципе, не так сложно понять, что у тебя возникли проблемы со зрением, сложность, наверное, заключается уже как раз-таки в диагностике непосредственно того состояния, которое развилось. Ну, да, на сегодняшний день у нас значительное количество современного высокотехнологичного оборудования в отделении. Но, тем не менее, стандарты обследования пациентов при близорукости, они включают в себя определенные шаги, определенные этапы. И в первую очередь это, конечно, проверка остроты зрения. От нее мы никуда не уходим, несмотря на наличие новейшего оборудования. Проверяется острота зрения без очков, потом подбирается оптимальная коррекция. При нормальном зрении ребенок должен отчетливо видеть последнюю строку таблицы Сивцева. Если же этого не происходит, офтальмолог пытается установить причину отклонения. Когда приходит ребенок к окулисту, здесь мы смотрим, проверяем зрение. Затем мы подбираем, с какими стеклышками у него зрение улучшается. Затем на основании этого потом проводится уже более детальное обследование, скедоскопически или авторефрактометрию определяем, чтобы можно было потом подобрать очки. Очки, но тоже очки не при близорукости слабой степени, мы сразу за них не хватаемся, а уже при более высоких, конечно, ребенку необходимы очки. Я хочу немножко остановиться на правилах подбора очковой коррекции. Почему этим заниматься должен именно офтальмолог? Потому что в настоящем, я уже упоминала о наличии псевдомиопии. То есть первые очки, особенно ребенку, должны подбираться в условиях циклоплегии, то есть закапывания капель, которые расслабляют аккомодацию. Только после этого, когда мы уберем компонент псевдомиопии, мы можем подобрать очки. При близорукости назначается минимальное рассеивающее стекло, которое дает оптимальную остроту зрения. Минимальное. Близорукость не любит сильных стекол. Поэтому вот в этом плане правильно подобранная очковая коррекция – это достаточно высокий процент успеха в стабилизации близорукости.
Не стоит бояться носить очки. Если ребенку зрение вдаль недостаточно, если он испытывает затруднения в обучении, если он какие-то приобретает мимические привычки, мимические жесты для того, чтобы улучшить зрение, то, наверное, все-таки стоит решить вопрос и с офтальмологом подобрать правильную рациональную очковую коррекцию. Очковая коррекция необходима тогда, чтобы ребенок видел хорошо, потому что некоторые при близорукости слабой степени, когда видят где-то 5-7 строчек, очки мы не назначаем. Если же он, конечно, видит одну строчку, то в этом случае уже назначается. Альтернатива очкам могут служить контактные линзы, которые имеют тоже определенно свои показания и противопоказания. Но хочется отметить, даже при наличии контактных линз у пациента у него должны быть и очки. Почему? Потому что при определенных ситуациях, когда он простужен, когда воспалительные заболевания верхних дыхательных путей, когда воспалительные заболевания глаза, контактная коррекция противопоказана. И ребенок или взрослый человек в этот период должен пользоваться очками. Вот мы диагностировали заболевание, мы поняли, что близорукость, хотя она тоже имеет свои степени тяжести, как я понимаю, да, вот. И в соответствии с этими степенями тяжести мы назначаем и какое-то лечение. По степени аномалии рефракции дифференцируют: это слабая степень близорукости до 3 диоптрий, средняя степень 3,25-6 диоптрий и высокая степень близорукости более 6,25 диоптрий. Но наиболее благоприятная в плане лечения, в плане стабилизации процесса близорукость слабая степень. Слабой может быть средней степени 4-5 диоптрий. К счастью, на сегодняшний день у молодых людей 80% это слабая степень близорукости. То есть те пациенты, которые могут пользоваться очковой коррекцией, соблюдать минимальные, по крайней мере, минимальные какие-то ограничительные мероприятия, и процесс у них стабилизируется. В первую очередь мы начинаем с терапевтических методов лечения близорукости, которые состоят в первую очередь это из гимнастики, которую можно проводить в поликлинике. Второе – это назначение капель, каких-то витаминов, то есть вот такой терапевтический метод лечения. Препараты, которые улучшают кровоснабжение, питание сетчатки. Стабилизация общего состояния, общосоматического статуса ребенка, потому что все хронические инфекции, все перенесенные заболевания, все нарушения обменного процесса влияют на функционирование аккомодационного аппарата. Окружающая среда, она тоже имеет огромное влияние на формирование глаза. То есть ребенок, который занимается спортом, проводит максимум времени на свежем воздухе, у него будет лучше зрение, чем у ребенка, который просиживает дома, гиподинамия. Напоминаю, этот выпуск программы, посвященный опии, о диагностике и лечении этого заболевания, мы говорим с Ольгой Николаевной Татур. Ольга Николаевна, когда исчерпываются уже какие-то консервативные методы лечения, то на сегодняшний день в руках у офтальмологов достаточный спектр и хирургических вмешательств, которые позволяют осуществлять коррекцию зрения. Но в любом случае, хирургические методы коррекции – это хирургические методы коррекции. К ним существуют определенные показания и противопоказания. И основными показаниями для хирургической коррекции именно зрения, то есть та операция, которая будет проводиться на переднем отрезке глаза,
глаза, это стабилизация миопического процесса. То есть, когда в течение 2 лет не происходит прогрессирование близорукости. Показанием является возраст. То есть, это, как правило, проводится у людей старше 18 лет. Потому что именно к этому возрасту завершается формирование глазного яблока. Говоря о 18-летнем возрасте, это возраст, когда допускается проведение лазерной коррекции. Однако я бы не назвал его желательным возрастом. Понимаете, вопрос в том, чтобы у человека стабилизировалось зрение, чтобы он состоялся уже физиологически как человек. И все-таки возраст 18 лет немножко рановато. Я бы отодвинул начальный возраст коррекции к 20-21 году. Желательно этот возраст ограничить 40-43 годами. Почему? Потому что после 40 лет возникают изменения в хрусталике, связанные, к сожалению, с возрастом. Хрусталик твердеет и нарушается зрение вблизи. Поэтому если человеку после 40 лет делать лазерную коррекцию, он получит прекрасное зрение вдаль, но для близи ему придется пользоваться очками с плюсовой коррекцией. Говоря об ограничениях в лазерной коррекции, мы обязаны затронуть период беременности и родовой период. То есть до беременности в течение года и год после родов нежелательно проводить лазерную коррекцию. Почему? Потому что период беременности и родов сопряжен с очень сильной гормональной перестройкой женского организма. А роговица, на которой производится операция, ее структура очень чувствительна к изменению этого гормонального фона. Поэтому, если мы хотим добиться стабильного результата, вот период год до и год после родов нежелательны для проведения коррекции. Прежде чем пациенту или принять решение о проведении эксмеральной коррекции зрения, надо уточнить наличие противопоказаний. И при отсутствии противопоказаний возможно проведение данной операции. Но принять решение проводить либо не проводить должен сам пациент. Когда пациент не хочет пользоваться очковой коррекцией, либо из соображения косметического какого-то, либо по роду деятельности, то это его решение должно быть. И он должен знать, что это операция, и обратного хода не будет. Осложнения могут быть, и об этом надо говорить прямо. Да, процент осложнений крайне низкий при лазерной коррекции. Они встречаются 1 на 10 тысяч, 1 на 20 тысяч, но тем не менее пациент всегда ставит подпись о том, что он ознакомлен с этими осложнениями. В общей сложности процесс лазерной коррекции близорукости занимает до 2 часов, но это включая подготовительные и послеоперационные периоды. Сама же операция длится не более 15 минут. Операция лазерной коррекции проводится на роговице пациента. Все пациенты с близорукостью, дальнозоркостью и астигматизмом имеют неправильную кривизну этой роговицы. Поэтому в результате коррекции с помощью лазера придаем правильную форму роговицы. За счет этого глаз хорошо видит. В день проведения лазерной коррекции миопии пациент будет видеть размыто. Это объясняется отеком роговицы. Но уже на следующий день отек спадет, и человек посмотрит на мир совсем другими глазами. Лазерная коррекция – это очень и очень точный вид лазерного вмешательства. Но заживление пациента – это уязвимый период, потому что у всех заживает по-своему. И поэтому здесь никогда нельзя сравнивать. Даже разные два глаза могут заживать по-разному. Это вызывает тоже ряд вопросов у пациента. К счастью, это все затрагивает только ближайший послеоперационный период. Далее все нормализуется, и подавляющее большинство людей счастливы. Спасибо.
Спасибо большое, Ольга Николаевна, за очень интересный разговор. И в завершении нашей передачи, ну, пожелания нашим телезрителям. Ну, во-первых, хочу сказать, что детское зрение – это настолько тонкий и нежный механизм, который требует внимания и заботы как родителей, так и педагогов. Поэтому я считаю, что необходимо уделять огромное внимание защите зрения, профилактике прогрессирования близорукости, вообще охране зрения у ребенка. Мы не всегда в состоянии остановить прогрессирующую близорукость, поэтому лучше предотвращать это заболевание. Для этого регулярно проверяйте остроту зрения, проводите профилактику миопии и следуйте советам нашей программы. Будьте здоровы! До встречи в следующее воскресенье!